Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Пасмурная погода за окном нефтекамцам не страшна, ведь на главной городской сцене жарко, ярко, весело и задорно. В эти дни в городском центре культуры проходят отчетные концерты всеми любимого танцевального коллектива «Виктория». Ценители хорошей музыки, а также безупречного исполнения танцев в понедельник вечером пришли в нефтекамский центр культуры. По традиции большинство зрителей в зале – это близкие и родственники воспитанников. Вот выпускников истории «Виктории» отличает, вот как раньше в Ленинграде, Институт благородных девиц, это идет вот такая осанка, сразу видно. Это вот, это на всю жизнь остается, да. Вот у меня племянница занимается, она вот, вот так ходит, да. И танцует везде вот тоже, то есть они в любом обществе, везде они могут этим блеснуть и показать свое умение. То есть это заслуга Виктории, это заслуга ее руководителей, это заслуга их учителей. Выпускников знаменитого ансамбля обычно даже на улице видно издалека. Гордая осанка, грация и легкость – все это ребята переносят со сцены и в будничную жизнь. Они всегда с достоинством не только шагают по жизни, но и защищают честь города, республики. Воспитанники Виктории, как никто другой, могут передать весь национальный колорит, выступая на больших сценах страны и даже за рубежом. Внучка у нас в Женеве учится. Внук второй институт в Москве заканчивает. Танцевали в Виктории. Нам очень нравится. Наша Анечка с 3,5 лет начала выступать. А внук с 5 лет. И до 11 класса танцевали. Они солировали. Вот на все концерты им специально Рахимов выделял самолет. В Москву летали. Свой самолет. Выступали. Как там москвичи, там же наших башкир много, такие отзывы, нам очень приятно было. Мы по телевидению, конечно, московские смотрели. Сами выпускники очень тепло отзываются о педагогах ансамбля. С удовольствием вспоминают время тренировок и выступлений. По их словам, самое главное, что дает Виктория детям, это приучает к дисциплине. Как они в школе по жизни, по дисциплине работают, так и в институте этому помогают. Все они учатся очень хорошо. Медалисты, отличники. Троечников Виктории я не знаю ни одного человека. Это очень приятно, потому что им расслабляться некогда абсолютно. И это, конечно, радует, потому что из этих ребятишек получаются достойные ребятки, достойные специалисты, и они всегда по жизни добиваются больших успехов. Непременно яркие и запоминающиеся номера, а каждый выход на сцену продуман до мелочей. И как результат, несмолкаемые аплодисменты после каждого выступления. Современная аранжировка не оставляет равнодушными также и представителей молодого поколения. Зульфия Амирова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».